Таким грозным рычанием восточно-сибирские рыси встречают журналистов и операторов. В самарский зоопарк большие кошки прибыли из Якутии еще в ноябре и целый месяц находились на карантине. Только теперь новых питомцев решили представить публике. К съемкам и массовому скоплению людей у вольера эти грациозные животные еще не привыкли. Поэтому все больше сидят по углам клетки, нервничают и урчат. У самца очень спокойно, он даже не боится. То есть если вот один человек заходит к нему в клетку, он спокойно сидит, даже не рычит. Но кинуться, конечно, может. А самка достаточно просто зайти к ней, или даже во время кормления вот мясо кидаешь, она все время рычит. То есть такая маленькая злюка пока. Самочке всего 7 месяцев, самцу 1,5 года. Зиму они проведут в закрытом питомнике, а уже весной их переведут в открытый вольер и покажут посетителям. Пока же любой желающий может придумать новичкам имена. Мы разместим информацию, чтобы посетители заходящие могли оставить свои пожелания по именам для наших рысей. А мы уже самое такое популярное или самое красивое имя выберем и назовем их. К слову, в зоопарке можно посмотреть на уже взрослых рысей – Риту и Барсика. Несмотря на половозрелый возраст, потомства у них пока нет. Так что на новенькую парочку зоологи возлагают большие надежды. Анна Шорина, Игорь Банин, Максим Юрисов. Специально для 63.ру.